«четвертая власть». Это довольно громкое словосочетание определяет сегодняшнюю прессу и ее влияние в социуме. Принято считать, что журналисты одновременно обладают большим влиянием на общество и чувством долга перед своим зрителем или читателем. Обсуждение самых актуальных проблем медиапространства Российской Федерации и разработка рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия медиа с различными институтами политической власти и гражданского общества стало главной целью состоявшейся научно-образовательной конференции «Медиа и власть. Власть медиа», организованной региональным отделением Российского общества политологов в Татарстане и Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Сегодня власть, она очень большая, и журналисты должны понимать, что она должна быть ответственной, такая вот позиция, ответственная власть должна быть это. Действительно, вы очень большую роль играете вот в средствах массовой информации, в жизни общества, в решении разных вопросов, которые есть в сфере экономики, в сфере политики и везде, в общем. Данная конференция проводится в рамках празднования 55-летия журналистского образования в Казанском университете. Мероприятие посетили представители Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа, заместитель руководителя Департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики и еще многие другие. Сегодняшняя наша журналистика гораздо более интересная, и жанровая, и яркая. Но у меня, вот, честно говоря, существуют определенные сомнения относительно ее реальной социальной миссии и властной миссии. Потому что это вопрос, который, безусловно, не имеет однозначного ответа, его надо обсуждать, это дискуссионная проблема. В течение двух дней участникам конференции предстоит рассмотреть совершенно новые возможности современных медиа в политической коммуникации, изучить реальные взаимоотношения власти и медиа, обозначить проблемы медиаобразования и найти перспективы его развития. Ведь именно от того, как будет выстроен механизм работы данных институтов, будет зависеть дальнейшее будущее политических процессов. Об этом и не только шла активная дискуссия среди приглашенных экспертов, среди которых были не только журналисты, но и деятели науки и культуры. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.